Шалом, дорогие друзья! В этот вечер наступающего еврейского года, когда трубят трубы, мы готовим себя к покаянию. Действительно, мы идем последующие 10 дней к очень серьезному решению в своей жизни, в своем служении. Когда мы на Йом-Кипур говорим «Кол Медрей» – все согрешения, да? Но я не об этом. Я хочу сказать «Лешана Това Минатука» с праздником вас трубным зовом, который взывает к нам рассуждать над Божьим призванием, над Божьей благодатью и милостью. Призвание Израиля быть светом. И то, что произошло вчера, атаки на центр Израиля. И, знаете, это ужасное событие. Мы все переживаем или пережили уже. Но самое интересное, что ни один еврей при этой атаке больше 400 ракет не пострадал. И это хвала Всевышнему. Я также молюсь, чтобы в эти дни Бог нам дал единство. Единство в вере, в молитве за нашу страну, где мы живем сегодня, где наши предки, где наши близкие, родные. Мы верим, что война закончится. Мы верим, что война в Израиле закончится. Все враги, они будут неспровергнуты. Я знаю, что Бог милостивый, благ, и вдалеке от вас я все равно вас поздравляю. Я поздравляю вас с благодатью Божией, что Он является для нас через Иешуа. Что этот рог, который сегодня поднимается, рог молитвы, звука именно последнего времени, очень важен для нас. Мы просим, чтобы Бог благословил вас, и надеемся, мы скоро встретимся. Пускай Бог благословит вас. Лешана Това Менетука. Лешана Това Менетука.